Mistrzostwach Świata w Mińsku. W dniu dzisiejszym odbyły się slalom. Zawody technicznie były przygotowane bardzo dobrze. Zawodnicy pokazali swoje umiejętności. Jednym zabrakło szczęścia, drugim to szczęście przyszło i dzięki temu wygrali swoją konkurencję. Слалом – это упражнение, в котором нужно пронести ведро на 5-метровом фале, наполненное водой, через 11 ворот, и затем поставить это ведро точно на столб. Кто пролил меньше воды, кто быстро это сделал, тот победил. Ну, все волновались, видно, люди допускали ошибки, экипажи. Результаты довольно непредсказуемые, но в целом победили сильнейшие. The competition here is high. There are many good crews, but some of the Belarusian crews, who I've never seen before, are flying incredibly well. And it's a great spectacle, which I'm really enjoying. Завтра начинаются гонки. Отличие в том, что в классическом слаломе все хотят слетать чисто, чтобы получить меньше штрафа, а в гонках побеждает быстрейший. Поэтому будем летать еще быстрее, постараемся не совершать ошибки и побеждать.